В Якутии стартовала декада инвалидов. В рамках нее пройдет множество мероприятий, которые должны привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди этих мероприятий – выставка специализированных услуг и товаров для инвалидов. Жители и гости столицы республики смогли ознакомиться с новинками средств реабилитации инвалидов. Организатором мероприятия является Управление социальной защиты населения города Якутска. В рамках декады мы проводим всевозможные конкурсы, круглые столы. На следующей неделе мы проведем в городе Якутске координационный совет по делам инвалидов. Прошли очень хорошие мероприятия, спортивные мероприятия по инклюзивному воспитанию детей, да? Спорт для всех. И ну, с каждым годом, конечно, надо сказать, что охват мероприятий он становится все шире и больше.